В окладчы Бланінскай сярэдняй школы нумар 1 Дмітрый Карпікаў стаў пераможцам абласнога фестывалю конкурсу маладых настаўнікаў. У номінацыі фізіка, астраномія, матэматыка і інфарматыка ён стаў лепшым. А конкуренция была сур'ёзная. Удзел у ім прынялі больш за 100 настаўнікаў, якія спаборнічалі ў 8 номінацыях. Нашы корэспандэнты сустрэліся з лепшым маладым настаўнікам матэматыкі в области і даведаліся, у чым сакрэт яго перамогі. Молодый, перспективный и талиновитый Дмитрий Карпиков – наставник, который завоевал авторитет уже сярод вучнев и коллег. Здравствуйте, ребята. Присаживайтесь. Итак, ребята, сегодня на уроке мы начнем проходить новую тему, которая называется «Умножение десятичной дроби на 10-100 тысяч». Поэтому запишите. Дмитрий Карпиков выкладывает математику и информатику у Бялинической школе номер 1 4 года. Мне повезло, у меня учитель математики был такой человек, на которого хотелось равняться. Видимо, поэтому стал учителем. Народился в Мстиславле, высшую эдукацию отримал у Могилёва, по размеркованию працуя у Бялинышах. Ни чуточку не жалею, что распределился именно сюда. Здесь вот такой вот коллектив радужный, хорошо встретили. До сих пор работаю, я и думаю, что и буду дальше работать. Итак, ребята, давайте решим следующий пример. В тетради записываем. Итак, желающие к доске. Максим, пожалуйста. На своих уроках молодый педагог користается не только классичными методиками, але и шукает свои. Гэтым, кажут коллеги, ён и покорил журы конкурсу. Ну, я стараюсь объяснить каждому индивидуально, именно вот индивидуальный подход, вот чтобы все решали, что не то, что там полкласса решает, полкласса не понимает, и идти дальше нет. Я хочу, чтобы все более или менее разобрались. Творчий подход дозволил добиться головного. Вучням цікаво на уроках математики. Он очень добрый, он все время понятно объясняет. С ним очень приятно работать, никогда не возникает вопросов. Он хороший. Он всегда объясняет все темы. Он мне очень нравится, он прям золотой, мой самый любимый учитель, потому что он всегда, он и поддержит, он и, ну, похвалит. А головное для наставника – любить детей и справу, якой просвятил житё. Я хочу, чтобы ученики больше достигали каких-то результатов. То есть, ну, понимаете, для меня достижение учеников – это самое главное, чтобы стали хорошими людьми. Наталья Ильинич, Денис Бутылин, Новин регион.